Bye. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сейчас у меня 27 мая. Всем доброе утро. Время 8:30. У меня должен был быть максимально спланированный день, потому что вторая половина дня она у меня уже занята, и мне нужно было утром сделать очень-очень-очень много дел. Правда, очень. Я вчера написала подробнейшее расписание, завела себе будильник, там легла пораньше. В итоге будильник не сработал, я проснулась на 2 часа позже, чем должна была. И не знаю, что мне делать. Сегодня день рождения у моей подружки, мы поедем за город, будем там тусить. Я хочу вас взять туда с собой, все показать, рассказать и еще поделиться своим грандиозным подарком для нее, который я придумала. Не переключайтесь, смотрите, моя любимая фраза — не переключайтесь. Наверное, я так буду теперь всегда говорить. В общем, не переключайтесь, смотрите влог дальше. Я вышла на улицу, сейчас иду по делам, нужно сходить в банк, потом пойти купить подарки для Лены. И еще там кое-что. И мне нужно очень быстро сходить, но у меня сегодня скорость снижена в 2 раза. Я как подстреленный заяц. У меня мозоль на ноге, и я иду, хромаю, как идиот какой-то. Вообще, сегодня день удачно складывается. Лена, с днем рождения! Спечатать. Вот. У кого нет возможности... Я только что пришла из магазинов, и у нас идет видеоурок. Роль играет Родина в жизни человека. Эти вопросы привлекли внимание и русского советского писателя на одинаковых и разных, говорящих на одном языке. Так, наконец-то мой онлайн-урок закончился, и я бежала просто из магазинов, потому что он начинался в 11. Я купила все для оформления подарков. Вот у меня 2 коробочки, потому что они маленькие, и в одну мне не влезет. Это очень, конечно, смешно. Конфетки. Сейчас сделаю так, что меня не видно будет. Киндер, Барни, шоколадка, Milky Way, крем для рук маленький. Это для оформления. Это я хотела в коробку накидать просто, но я поняла, что мне в одну не влезет. Сейчас увидите самый главный подарок, который я подарю Лене. Она счастливица. Я тут напишу подарок, который тебе точно пригодится. Вот, на самом деле, туда, конечно, 1000 рублей заверну, но просто это так смешно будет. Туалетная бумага. Подарю подружке туалетную бумагу. Я не знаю, как будет проходить процесс открытия подарка, поэтому на всякий случай я решила для вас сделать обзор этих 2 коробочек. Это главное аккуратно замотать заново. В общем, в первой коробочке тут лежит крем для рук, шоколадка, всякие конфетки, киндер-сюрприз. Вот этих конфеток было очень много, поэтому мне пришлось их туда между вот этой бумагой закидать, потому что ну куда я их дену? Та-та-та-дам, самый главный подарок. Вот так выглядит 2-я коробочка. Это подарок, который тебе точно пригодится. У меня, как обычно, уровень готовности Олеся. Просто какой-то капец, надо выходить через 5 минут. Я себя ужасно чувствую. У меня такое ощущение, как будто я с собой из дома, блин, все взяла, что у меня было. У меня там огромный рюкзак за плечами, меня все бесит. Я опаздываю, как всегда. Отлично, будет чудесный день, солнышко светит, я рада, счастлива, и я абсолютно спокойна. Нет, я говорила, что это самый лучший день. Только что из-под носа у меня уехала моя маршрутка. Мы встретились с Леной и поехали за город на съемный дом праздновать ее день рождения. Давай, Лена, я уже начала снимать. Рассказывай, мы пошли оплачивать дом. Да, мы пошли оплачивать, тратить денежки на базу. Вот это какой-то наш домик. Рум-тур. Все, готова, Лена, да? Пахнет.
пахнет баня, что тут вход? А это баня, да? Вот будет вечером. Ой, да, а какие пижамы? Ты не предупредила. Я вот тоже видела спать какие-то. Здорово! Идем смотреть лобное место. Давай, Лена. Да. Ты будешь ведущей? Это, говорят, старая заброшенная поляна дома 2. У меня праздник день рождения. Лобное место. Приехали, да, на лобное место. Кто будет ведущим? Здравствуйте. После того, как Лена провела нам экскурсию по дому, мы решили пофотографироваться, и у нас получилось очень много фотографий. Все, давай. Я говорю, вечером будет весело. Настало время разносить продукты на стол и заниматься нарезкой. В это время мальчики жарили мясо. Девчонки, что делаете? Нарезаем салаты. Жанна, покажи нарезку. Как Дианчик сидит? Дианчик, ты что сидишь? Красивый нарез. Лена, что за салат у тебя будет? Я не знаю. Вкусный. Вкусный, ну ладно. Вкусный салат от Лены. Секретный ингредиент. Бассейн, это не фонтан. Идем встречать тех, кого мы и не ждали. Привет, а мы вас не ждали. Подожди, а в итоге Диана вообще ничего не поехала. А у нее вообще есть одна сестра Мила. Я тоже знаю, что это Мила. Давай, сейчас Лена Бог будет открывать Давай, подарки. Лена. С днем рождения! Спасибо вам, я ключика. О, как вкусно. Ладно, все, я не на подарок. Это Виктория сыпать. Не подарок. Да ладно. Точно пригодится, дело, что в это время коронавирус. Это в деньги, хорошо. Я думала, типа, фотографии, когда типа раскручиваешь, что там. Фотографии. Но так не было. Да нет, я и поняла, просто что это подарок. Где ты сидела? Я вас очень спасибо, что вы пришли, потому что нет, убери меня. Миша, выключи. Раз. Он не знает, как бы будет сухой хуй. Этим вечером мы много болтали. Ходили в баню. Купались в бассейне. Танцевали. Очень много кушали. И еще больше смеялись. Кидаешься, я был прав. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Ну еще дуй! Давай, пока не кончится. Дуй. Быстрее, Лена. Но наступила ночь, а это значит собрание на лобном месте.
мы начинаем репортаж «Дома 2», где все еще ищут друг друга, одинокие сердца. Сашелла ищут. Сашелла не могут найти друг друга, блядь. Далее в выпуске. Новая ведущая из Сейшел. Участники сбежали за периметр, чтобы покачаться на качелях. Обсуждаем домашнее насилие со стороны Захара. Олеся уже 10 месяцев на проекте одна. Ведущие читают шокирующее сообщение от участницы телепроекта. Пошла пешком до Мака, чтобы вместе с Антоном прогуляться до дома. На Виктории за мной вязался мужик, Сома за мной примерно 2 остановки. А также мы узнаем, покинет ли Захар наш проект. Не переключайтесь. Здравствуйте, с вами телепроект «Дом 2», «Одинокие сердца ищут друг друга». Сегодня у нас много насущных проблем. Разбираем проблемы Марины Африкантовой и Ромы Каплаковой. У вас есть проблемы? У нас как больше нет проблем. Нет проблем! Не переключайтесь. Меня били. Били? Домашнее насилие очень актуальная тема. Били. Съемка, обратите внимание, наш участник Кузнецова 2 просто. Сегодня мы обсудили 3 важные темы Марины Африкантовой и Ромы Каплаковой. Нет проблем. Ирина Пинчук осталась своего парня Арая, он ушел на качели, блядик, еще к Вандезиру. А я на соседке у тебя 10 месяцев и 1 день без отношений. Не переключайтесь, в начале эфира все, масса, все самое масса интересное. Я так беру подушечку, ухожу вот так. Все, выпуск Сейшел, Сейшелы, готовимся. Здравствуйте, вы собираете свои вещи, вы покидаете наш телепроект, очень жаль. Mm-hmm. Все телезрители вас очень любили. Какие ваши ощущения? Вы рады или грустны, что покидаете наш проект? Ну, такое, среднячок. А как вам пара с Еленой? Отлично. Дом... Лена сказала, что было домашнее насилие, это правда? Нет, шишку кинул. Так а почему тогда вас выгоняют с шоу? Лена так захотела. Лена так захотела? Угу. Вы уверены? Да. То есть это не ваша вина? Нет. То есть вы ничего не делали? Нет, шишка кинул. Так может тогда выгоним ее из проекта? Ну, можно. Ну все, тогда мы пошли разбираться. Не собирайте чемоданы, стойте. Справедливость восторжествует. Так, Елена... Экспресс-новости, Захар обвиняет вас. Он говорит, что домашнего насилия не было, он всего лишь кинул шишкой. Он не хочет уходить с проекта и забирать свои чемоданы. Что вы скажете по этому поводу? Он кинул шишку только. Ну и хуй с ним. За Елену или за Захара? Кого мы выгоняем с этого проекта? Я за Мишу. Нет, у нас 2 варианта. Пойдем туда. Против вас уже 2 голоса. Кто? В общем, мы голосуем против Захара и голосуем против Захара. Захара. Начиная с Захара, мы голосуем. Правильно все делают. За, за. Миша. Это феминистка. Смотри, 2 за. Давай. И против? Против Захара. Правильно, я на правах ведущих. Слушайте. Я бы советую всем участникам голосовать против Захара. Я за то, чтобы каждый участник самореализовался на этом проекте, так что я за. Захара? Да. Чтобы он остался? Типа? Да, так он такую шишку кинул. Шишку кинул. Ладно, хоть не палку. Ладно, хоть не палку. Я тоже за. Я за. За, чтобы остался? Да. Ну я ухожу за души. Захар покидает наш. Захар покидает наш проект. То есть 5 за, 2 против, и Захар покидает наш проект. Блять, я ведущая. Ира правит любовь, да, Бузовы, давайте. Да кто ведущий-то? Я ведущий. Все, давай, давай. Так, я закрываю дом 2 на. Давай, Лена, пожелай спокойной ночи. Good night. Захар, давай. Вы все-таки помирились, никто дом 2 не покидает. То есть ты прощаешь шишку в карман. Ну, я подумаю еще. Посмотрю на поведение. Захар, ты отрицаешь, да, свою вину? Конечно. Ну все, давайте. Пока остаемся в этом проекте. С вами был телепроект Дом 2. Спокойной ночи. Одинокие сердца ищут друг друга. Да, увидимся завтра.
Ведущая должна спокойной ночи пожелать. Всем желаю спокойной ночи. Завтра увидимся в прямом утреннем эфире. Дом 2 лайв смотрите. Спокойной ночи. Всем доброе утро! Присоединяется к вам ведущий из телепроекта «Дом-2» и «Сейшел». Сегодня второй день наших приключений, и мы сейчас пересматриваем все 7 видео со вчерашнего дня, и, похоже, никакое из них не войдет в мой влог, так что я очень извиняюсь. Как вы спалось всю ночь? Мне было очень жарко. Да, у нас на втором этаже очень-очень душно, жарко. Жарко. Душно. Да. Душно и жарко. Ты кот. Еще ты, Олеся, постоянно. Мне кажется, ты вообще всю ночь не спала. Жанна, что у тебя в руках? Все свое воем с собой. Всем доброе утро. Мы проснулись. Улыбнулись. Как спалось? Да. Хорошо. Хорошо спалось? Да, отлично. А не страшно? Лена была самое шикарное место. Да. Забрать собой? Он чуть-чуть грязненький, наверное. Он не грязненький. Это мальчик? Да. Зовут Валя. Валя! Здравствуй, Валя. У нас дом. Мы поехали на очень красивое место. Когда проводник 1.98 м. Девушку свою забыл в конце, блин. Я сам в конце иду. Если он так далеко уже ушел. Вот так вот и встречаться с ходоками. You threw it, dudes, saying that you leaving the bros too. Fuck it, I'm equivalent to something you ain't never seen. Your life ain't the same, so why you pressure me? I'd rather be the only one getting these feelings. I've been running so low, yeah. I by myself probably would call out for help if I really need it. I can't really say, I hope you see me. Truthfully, I'm fighting feelings, I don't think I need it. You need this, probably more than anybody else. Got my head floating in the clouds, bloody, I ain't touching ground till I see me good. К сожалению, все хорошее быстро закончилось, и нам пора было ехать домой. Спалила.